Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Sigma, набор инструментов Sigma Mid 6003511. Набор, состоящий из 46 предметов. Набор поставляется в черном пластиковом кейсе. Сверху идет такая бумажная упаковочная коробка. Информация на упаковке важная. Это CRV, хромванадиевая сталь, 1/4 рабочий квадрат, 46 предметов идет в наборе и комплектация данного набора. Sigma Mid – это полупрофессиональный инструмент, изготавливается он в Китае на заводе. Ну, сама фирма это из Харькова. В наборе трещотка, под квадрат 1/4, трещотка на 72 зуба, мелкий шаг, длина трещотки 155 мм, она разборная, то есть можно обслужить внутри, смазать. Есть реверс, есть быстрый сброс, рукоятка здесь комбинированная. Плотная здесь резина, довольно-таки твердая, и пластиковые желтые вкладки. Отверточная рукоятка, длина 155 мм, ручка здесь полностью из пластика. Есть квадрат присоединительный, можно подсоединить трещотку, получаем отвертку с реверсом. Данная рукоятка применяется или с головками под квадрат 1/4, также можете удлинитель подсоединять. Или можно подсоединять биты. Получаем отвертку. Удлинители. Три удлинителя. Гибкий удлинитель 155 мм для трудодоступных мест. Удлинитель на 100 мм и есть маленький 50 мм. Вороток C-образный с плавающей головкой. Длина 11 сантиметров. Кардан. Кардан здесь скреплен металлическими штифтами, то есть он не разборной. Из кардана идут с винтами. В наборе шестигранный профиль, общее количество головок здесь 13 штук. Самая маленькая головка на 4,5 мм и самая большая на 14. И есть верхние крышки, набор бит. Биты прессованные в головку, то есть применяются или с трещоткой, или отверточной рукояткой, или Т-образный вороток. Биты все подписаны на крышке, согласно ячеек, в которых они лежат. Есть биты крестообразные, есть шлицевые, есть шестигранные и есть биты торкс. Общее количество бит 21 штука. Ну и вот такой вот набор Г-образных ключей. По комплектации все. Визуально инструмент изготовлен хорошо. То есть все отполировано, есть защитное покрытие. Такое более даже не глянцевое и не матовое, а что-то нечто среднее, можно сказать. Потому что есть инструмент, который довольно хорошо блестит, а есть полностью матовый. Инструмент данный подойдет как дополнительный набор. Или для ремонта какой-то мелкой техники, потому что здесь квадрат 1/4, как бы собран самый такой основной инструмент под квадрат 1/4. По габаритам, вес набора 1 кг, ширина кейса 24 см, длина 12 см, высота 4,5. Запирается кейс на такую пластиковую защелку. Логотип Sigma на верхней крышке идет. Пластик здесь средний, то есть даже можно сказать, что пальцем продавливается вам трудно, выше среднего. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, подписывайтесь на канал, до свидания.